В нашей стране миллионы людей ежегодно нуждаются в переливании крови. Донорскую кровь используют во время сложных операций, тяжелых родов, после аварий, пожаров, при лечении онкологических и других заболеваний. Для того, чтобы была возможность своевременно помочь людям, нуждающимся в крови или препаратах на ее основе, в центрах переливания всегда должен быть ее запас. В Беларуси на протяжении уже не одного года люди сдают кровь безвозмездно. Это каждый второй донор. Процент кровяного меценатства в Брестской области 41,8%. Это наилучший показатель по стране. Республиканский составляет 26%. Донорская кровь используется очень часто при таких заболеваниях, как травмы, ожоги, полостные операции, кровотечение, различные этиологии, неважно, это внутренние органы или это акушерско-гинекологические состояния. Поэтому крови никогда у нас мало не бывает. Всегда у нас создается определенный запас, так называемый резерв компонентов крови, который постоянно пополняется. И, конечно, вот в сегодняшний день мы хотели бы привлечь как можно больше внимания молодежи, для того, чтобы они принимали активное участие в донорском движении. Но не только молодежи, но и, как говорится, чтобы, начиная с детского возраста, родители тоже детям объясняли, для чего нужно донорство, для чего сдается кровь, что происходит, то есть что это есть спасение жизни человека. Ничего не бывает ценнее жизни человека. 450 миллилитров крови – как мало для донора, но как много для реципиента. Во многих случаях это спасает человеческую жизнь. Кроме того, данная процедура улучшает состояние здоровья и донора, ведь организм человека способен к самовосстановлению всего за 2 недели. И что важно, восстановиться не только количественно, но и качественно. Я считаю, что важно сдавать кровь, так как другие люди тоже нуждаются в получении крови, например, при переливании. Также это важно для самого себя, потому что когда мы сдаем кровь, она со временем обновляется. А это очень хорошо для здоровья. Вообще я являюсь волонтером в техническом университете, и я увидела в нашей группе «Правком БРГТУ» запись, что можно сдать кровь. Я люблю помогать людям, поэтому я пришла сегодня сюда. Уже несколько дней в нашем городе активно проходят мероприятия, посвященные Дню донора. Они проходят под лозунгом «Сдай кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Приняло решение поучаствовать в выполнении донорской функции в этот раз и глава Московского района Андрей Филонович. Это его первый опыт. Мы решили в московской администрации поддержать эту идею для того, чтобы тоже сдать кровь, популяризировать бесплатную сдачу крови, потому что и лозунг же Всемирного дня донора говорит, в 2021 году говорит о том, что сдавайте кровь, чтобы в мире пульсировала жизнь. Поэтому, сдавая эту кровь, мы помогаем кому-то, человеку, может, не знаем даже, кому она попадет, но в любом случае поможет спасти жизнь. Испытывает легкое волнение перед своей первой процедурой и заместитель главы администрации Московского района Алексей Шевердин. Он обладатель редкой и поэтому еще более ценной группы крови. У него 4-я отрицательная. Нет, страха нет, но только небольшое волнение есть, конечно, да. Потому что все первые, все, что делается, оно всегда слегка волнительно. Хотелось бы в это верить, да, что действительно это будет не зря. И если все будет хорошо, то будем продолжать это хорошее дело. Зачастую, сдав кровь единожды, люди приобретают для себя новый статус – кадровый донор. И с этих пор проводят данную процедуру регулярно. Тем не менее, каждый человек сам для себя принимает решение – быть донором или нет. Некоторых людей к такому шагу подталкивают очень непростые жизненные ситуации, как это случилось и с Ириной Романюк. В свою очередь, с ранних лет сын, она рассказывает ему о том, насколько эта процедура важна для людей. Совершенно точно ее усилия дадут замечательные плоды. Когда мне было 20 лет, у меня умерла мама. Вот она болела рак. И с тех пор как бы мне захотелось это делать. Чтобы помогать другим людям, да? Ну, как бы может, да. Кто-то кому-то помогу. Кто-то может кто-то выздоровит. Мы все время вместе. Он уже, его и тут многие из тети знают. Мы ходим сюда часто. Почти всегда он ходит со мной. Чтобы, когда будет болеть человек, выливать кровь ему. Ты гордишься мамой, ты доволен? Быть донором – это благородное дело. Ведь сдав кровь, вы определенно спасаете и спасете не одну жизнь.